Rolling Stones отправляются на Кубу. Знаменитая рок-группа даст бесплатный концерт под открытым небом в Гаване 25 марта, через три дня после запланированного визита президента США Барака Обамы. Это будет первое выступление британского коллектива на Кубе и крупнейший рок-концерт в истории страны. О возможности такого мероприятия заговорили еще осенью прошлого года, когда в Гавану приезжал Мик Джаггер. В свое время на Кубе музыка Rolling Stones была запрещена, наряду с творениями многих других западных коллективов. Однако теперь запрет фактически давно уже снят. О нем сожалел даже Фидель Кастро.